Всем привет, друзья! Меня зовут Оля, и в сегодняшнем видео мы с вами сделаем букет из конфет. Для своего букета я выбрала разнообразные конфеты и шоколадку Риттер Спорт. При помощи скотча я все креплю каждую конфетку и шоколадку на деревянные шпажки. Так я проделываю с каждой конфеткой. Конфеты я выбирала по своим предпочтениям. Вы выбираете такие, какие любите вы, или даже можно выбирать по цветовой гамме. После того, как прикрепили каждую конфетку к шпажке, начинаем формировать букет. Я складываю несколько конфеток и фиксирую все с помощью скотча. При этом скотч я не жалею. Фиксирую каждые 2-3 конфетки. Ну и как видите, конфетки немного разъезжаются в разные стороны. Я их расправляю, поправляю, добавляю еще больше конфет, фиксирую скотчем, и уже никуда ничего не девается и не съезжает. Самое важное – хорошо фиксировать у основания самого букета. И, как обычно, как в каждом букете, самые маленькие элементы декора, в нашем случае это небольшие сникерсы, я добавляю в самую последнюю очередь, прячу пустые места. И после того, как собран уже весь букет, я еще раз прохожусь по ножке нашего букета скотчем сверху вниз и снизу вверх, тем самым фиксируя еще лучше саму ножку, и уже наш букет не разъезжается и ничего никуда не убегает. Для упаковки я использую крафт-бумагу. Беру отрезок прямоугольной формы размером под свой букет, складываю бумагу наискосок и подкладываю ее под букет. После этого оборачиваю ножку и фиксирую лентой. Затем беру еще отрезки шириной около 10-12 сантиметров. Также складываю наискосок и фиксирую еще раз лентой. Затем задекорируем ножку букета. Лишние шпажки, которые некрасиво выглядывают, я просто отламываю. Беру отрезок бумаги квадратной формы, складываю наискосок и оборачиваю ножку. Лишнюю бумагу подворачиваю и срезаю. После этого опять фиксирую лентой и завязываю красивый бант. Бант я выбрала красного цвета.
шириной 5 сантиметров. И наш букет готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!